Есть правила, которые точно указывают, как надо грузить и крепить грузы. Но правила эти, к сожалению, не всегда выполняются. Вот такой случай. На платформе закрепляется автокран. Под колесами прибивают бруски, ставят проволочные растяжки. Пока все по правилам. Но вот нарушение. Так скручивать растяжки нельзя. Однако нарушение не обнаружено, и платформа с краном уходит в рейс. Но если что-то сделано не так, в пути это всегда скажется. При движении поезда, особенно в кривых, нагрузки на крепежные узлы растут. Выдержит ли это крепление? Нет. И беда неотвратима. Стрела, освободившись, рвет другие крепления, выходит за габарит погрузки и создает опасность движению на соседнем пути. Ситуация аварийная. Теперь от действий машиниста зависит все. Встречным товарным что-то не в габарите. Принимай меры. Авария не произошла. Но ведь могло быть иначе.